Так, идем на фазенду. Водичка у нас в баках стоит. А здесь производитель сидит по кличке Василий. Вася! 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 Тебе вкусно, Вася? Ах, комбикорм доедает. И травку маленькую дали. Вот здесь, под этой крышкой, переносит всю знойную погоду, если таковая есть. Поение ниппельное. Еле-еле бежит. Ну ничего, Василий подсасывает. Говорит, что хреново пить. Ну, куда деваться. Вон оттуда вода поступает с бака. Здесь вот налито. Водичка чистенькая. Здесь вот затарены в этих баках. Здесь уже вот пусто. Здесь вот 1,5 куба бочка. Здесь уже почти половина. И здесь вот для детишек Васькиных 2 песковые поилки, не пили. Ну вот это, сын, вот это мини-пиги. Это самый маленький. Наверное, он больше не вырастет. И вот такой корытище водички. Пьют. Чем хорошо такая поилка, плюс, чтоб постоянно чистая вода, они не морают, как в той. Там грязь, они пьют, все перемешивают, а здесь чистенько. Минус, опять же, вот видно, какая лужа, много проливается на землю. Так что я к выводу пришел, что нужно делать вот такие вот примерно пайлушки. Это корыца, чтобы они только морду могли засунуть туда, чтобы без лап. И все. Тогда будет меньше расход воды. Ну и почище, чем открытая пайлушка. Вот он, свиненок. Идем посмотрим, где они спят. Вот они здесь спят. Там он опилки, здесь еще не заселено. И вот здесь спят. А здесь они хавают. Бункерная кормушка. 4 места с одной стороны и 4 корма места с другой стороны. А здесь сам засыпной бункер. Не видать, правда, ничего. Ладно. Идем дальше. Здесь вот была травища по пояс. Взрыли за месяц. Ничего не осталось. Так, теперь вот отгородили здесь. Что, недели, наверное, 2 назад. Вот они здесь теперь взрывают. Вот они, пацаны и девчонки здесь. Возраст здесь разный. Здесь и на племя. Есть тоже девочки. Вот они подходят, красавицы. Вот кабасик какой, кабасик. А, какой кабасик. О, какой кабасик. О, о, ну, не боится уже, все. Самый большой. Генетика, видать, хорошая.
Вот так вот примерно. Примерно вот так они пасутся. Кстати, намного меньше корма идет, чем если бы их держать в заперти. Опять же, плюс мацион. Корни они хавают получше, чем даже траву. Траву едят, но корни, мне кажется, лучше едят они. Потому что в них, наверное, больше содержится всех веществ, которые необходимы для поросят. Ну, свиней ли. Свиньями их пока мало зовешь. Вон он выглядывает. Айда сюда, дюш. Айда быстрей. Айда, боится. Хавает. Что такое? Вот это вся фазенда. Вот это надо все освоить. Вон там где-то будет сарай в дальнейшем. Изба, я думаю, будет тоже. Место прекрасное. Ну что, пятнистая? Что пятнистая? Боится. Девчонка как жопой водит. Ну и все. Маленько ознакомились с фазендой. Ну-ка не лезь ко мне. А что лезешь ко мне? А? Че ко мне лезет? Айда. Ну чё? Чё такое? Хорошо. Любят они ласку. Ласку любят. Аж как вытянул. Уж-то какая. Вот еще пришел. Ой. Так мне на вас не хватит всех. А, это девка. Девка это. Да? Так, ну все. Уедем мы домой. Домой. А еще вон там колодец. Откуда? Воду качаем. Вон там где. Бугры. Юпитера, наверное. Так. Все, вон перевернули, все взрыли. И не надо никакой ни плуг. Ну, маленькая трава начала отрастать вот здесь. Но она уже не отрастет все уже. Осень уже на дворе. Ночью холодно. Днем более-менее. Так что, ну вот так и все.